Приморскими розами заинтересовались японцы. В стране восходящего солнца цена на царицу цветов примерно на 10% дороже. Экспортом растений на японский рынок заинтересовались депутаты префектуры Осака. Также на встрече с вице-губернатором Приморья Евгением Полянским делегаты обсудили возможности ведения бизнеса на территории Приморья. Свободный порт Владивосток, территория опережающего развития, в крае их 4, и свободная экономическая зона предлагают иностранным инвесторам льготы на налоги и открывает новые возможности для сотрудничества. В этом году дружбе Приморья и префектуры Осака исполнилось 25 лет. Такие условия привлекают инвесторов, и на текущий момент у нас только в Приморском крае, режим свободного порта действует не только в Приморском крае, у нас 137 резидентов свободного порта Владивосток, и это предприятие не только с российским капиталом, но это предприятие с южнокорейским капиталом, с китайским капиталом, даже с индийским капиталом, и есть предприятия японские.